счастливый и радостный день в вашей жизни вы вступаете в семейный союз. Исполняя высокий общественный долг, как представитель государства прошу отметить, готовы ли вы создать крепкую, дружную семью и быть верными друг другу? Прошу ответить жениха. Да. Прошу ответить невесту. Да. Прошу расстелить молодым свадебные ручки. В народе говорят, на ружни вступить, на век друга и в радости и в горе. Прошу молодым встать на свадебные ручки. Поздравляйте, молодые! Поздравляйте!
получится. А теперь давайте проводим молодую семью из зала под ваши дружные Только аккуратно. Ирочка, аккуратно.